Вроде бы взяли все самое необходимое. Пару юбок, майки, джинсы, рубашки и платья, а чемодан не закрывается. Как поступить? Неужели придется отказаться от того, что не уместилось? Нет, нужно всего лишь упаковать чемодан правильно. Начнем с крупных вещей – рубашек, брюк и юбок. Несколько раз их не складывайте, так как они займут много места. Лучше их разложить по длине чемодана. Чтобы рубашки не помялись, застегиваем пуговицы через одну. Маленькая хитрость. Если вы по приезду обнаружили, что ваши вещи все-таки замялись, не отчаивайтесь. Повесьте их на вешалку и поместите в ванной комнате. Но при этом включите душ с горячей водой для образования пара. Через полчаса ваши вещи будут идеально ровными и гладкими. И не нужно их утюжить. Крупные вещи собраны. Переходим к аксессуарам. Чтобы ремень не занимал много места в чемодане, не скручивайте его в спираль. Лучше разложите по периметру чемодана. Теперь обувь. Каждую туфлю упаковываем в отдельный пакет, прикладывая пятку к носку. И еще одна хитрость. Чтобы носки не занимали много места в чемодане, мы их сворачиваем таким образом и кладем в туфли. И обувь не заломится, и место сэкономим. В последнюю очередь собираем косметику, причем тоже сперва складываем ее в обычный пакет. Вот практически и все. Если чемодан уже почти собран, а вы забыли про пару маечек, не волнуйтесь, достаточно их скрутить и положить между вещей. Ну вот, все необходимые вещи собраны, чемодан можно закрывать. Паспорт, деньги и ценные вещи не храните в чемодане. Лучше их храните в дамской сумочке, так будет спокойнее. Достаточно правильно сложить все вещи, чемодан закроется, и в нем еще наверняка останется место для сувениров из отпуска. Кристина Спирина, Сергей Челенков, Первый канал.